присутствующего здесь пережило в этом году трагедию утраты. Мы попрощались с другом, соратником в спортивных битвах и удивительным человеком Микеле Скарпоне. Сложно представить себе более жизнерадостного человека, полного юмора и энтузиазма. Даже в трудные моменты он всегда излучал свет, а его улыбка зачастую становилась для всех нас знаком того, что трудная полоса позади, и впереди новые победы и завоевания. Он ушел. Но память о нем стала одной из самых крепких уз, объединяющих всю команду. И мы думаем, он бы улыбнулся, увидев, что его команда не утратила силы духа и с еще большим рвением готова продолжать общее дело, создавая великую историю совершений команды, название которой он с гордостью и любовью носил на своей форме. Команды «Астана». See you run, boy, run, disappear in the tree.